Народная мудрость гласит, создать семью несложно, сложно ее сохранить. Те, кому это удалось, достойны уважения и почета. Чествовать осенью юбиляров семейной жизни в Сарове стало доброй традицией. Ежегодно на торжественном вечере «Союз сердец и судеб» власти и жители города поздравляют супружеские пары, которые отмечают круглые даты от 25 лет совместной жизни. Уже сейчас началась подача заявок для участия в этом торжестве. Ежегодно в этом торжестве участвуют, естественно, поздравить пары с семейными юбилеями приходят руководители города, руководители института Российского федерального ядерного центра, руководители профильных департаментов. И также подключается депутат законодательного собрания и обязательно присутствует представитель отдела ЗАГС. В этом году торжество пройдет 30 октября в Большом зале Дома молодежи. В уютной обстановке за чаепитием участники соберутся, чтобы принять поздравления, посмотреть на выступления творческих коллективов города, устроить себе еще один праздник. Подать заявку супруги могут как очно, так и онлайн. Нужно заполнить анкету. Анкету можно подать либо онлайн, либо распечатать и заполнить вручную и принести ее в Дом молодежи. Также есть указаны в анкете телефоны контактные, да, в которые можно обратиться, что-то уточнить, или же прислать анкету на адрес электронной почты, который тоже указан в самой анкете. Основное условие – подразумевать свое присутствие. Если вы, естественно, бывают какие-то случаи, по которым можно отсутствовать, да, но все-таки стараться подавать анкету и подразумевать, что 30 октября нужно будет посетить данное торжество в Доме молодежи. Заполненные анкеты принимаются до 15 октября включительно. Подать заявку за пару юбиляров могут также близкие родственники, с условием, что виновники торжества будут согласны на нем присутствовать. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.